В Париже встретили одного из самых преданных болельщиков национальной сборной Казахстана и пенсионера из Мангыстауской области Раббима Бурашева. Предыдущие два месяца велопутешественник провел в дороге. Он выехал из Актау в мае, пересек территорию 8 стран, чтобы в канун Олимпийских игр финишировать в Париже. Свое достижение Раббим Бурашев посвятил национальной сборной Казахстана. В дороге его стойко сопровождала супруга. У триумфальной арки их встречали как самых дорогих гостей. Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова и министр туризма и спорта Эремек Маржикбаев отметили силу духа велосипедиста-любителя. Последние 4 года ветеран строительной отрасли Раббим Бурашев посвятил путешествиям на велосипеде. Сегодня настроение улучшилось заметно. И весь тот путь, что мы проделали, это в поддержку наших 80 спортсменов. Всем желаем победы. Нам желаем успешно вернуться домой. Пусть наша страна будет благополучной.